Министерство обороны организовало непрерывную доставку почтовой корреспонденции в район проведения специальной военной операции. Работники фельдъегерской почтовой связи вооруженных сил ежедневно доставляют в почтовые подразделения группировок сотни писем от школьников и неравнодушных граждан. Отправления взвешиваются, сортируются по направлениям, как в обычном почтовом отделении, но с одним отличием. Фельдъегеры, в отличие от почтальонов, работают с риском для жизни. Работа ведется непрерывно, доставка организована в оба направления. Чаще всего подразделения СВО находятся там, где нет телефонной связи. В этих условиях посылки и письма приобретают особое значение. Их доставляют и бойцам 5-й армии, и морским пехотинцам 155-й бригады Тихоокеанского флота, и добровольцам отряда «Тигр». Здравствуй, солдат. Меня зовут Милана. Мне 9 лет. Я живу в городе Уссурийске. Желаю вернуться на родину. Мне даже не хочется представлять, что там происходит. Но главное не сдаваться и верить в себя. Спасибо за то, что отправились туда. Желаю вернуться домой. Мы вас всех ждем. Спасибо, Милана. Вот твое письмо. Мы получили. Дай Бог вам всем здоровья. Учитесь хорошо.